Please welcome an impressive man with an impressive title. Special Representative of the President of the Russian Federation for International Cooperation in the Arctic and Antarctic, Mr. Arthur Nikolayevich Chilingarov. Ваше Высочество, дорогие друзья, в июле 2008 года Россия впервые принимала участников Международного полярного года на конференции в Санкт-Петербурге. Я рад приветствовать участников и гостей этой международной конференции, посвященной подведению итогов Международного полярного года. Мне доставляет большое удовольствие видеть здесь моих друзей-полярников разных стран, с которыми мы вместе были и в Арктике, и в Антарктиде. Нас связывают многие годы искренней дружбы, взаимной помощи и поддержки.